Рядом со мной стоит молодой дизайнер Полина Головачева, которая расскажет, какую коллекцию она привезла к нам на выставку CPM-2020. Полина. Здравствуйте, я молодой дизайнер и выпускник школы дизайна Art Future в Санкт-Петербурге. И это то, что мы привезли, коллекцию. Это не только моя коллекция, это командная работа, и она основана на переработке денима и старых материалов. То есть мы вдохнули новую жизнь в старую использованную одежду, вторичное использование, осознанный дизайн. И, наверное, суть была в том, чтобы дать старой, серой, поношенной одежде что-то новое, что-то яркое, преобразовать это и создать очень яркую концепцию, которая будет приятна и носибельна. Полин, скажи, а чем вы вдохновлялись и как вообще пришла вам в голову идея переработать старую одежду? Мы вдохновлялись, наверное, В каком стиле хотя бы выполнена одежда? Одежда выполнена в стиле, я не знаю, что сказать, стрит-стайл. Возможно, это немножечко даже авангардно как-то. И мы использовали фурнитуру швейную различную. То есть вот сейчас на мне висят булавки, которые, в общем-то, как бы используются больше для того, чтобы было удобно что-либо обрабатывать или сшивать. Но мы использовали это как аксессуар дополнительный, как какую-то яркую деталь. И, наверное, это идея простых вещей, которые в целом по крупицам создают что-то очень интересное и красивое, и яркое, и стильное, и чтобы это можно было носить, и чтобы вдохновлять людей вокруг на использование старых вещей в новом свете, в новой жизни. И ребята как раз-таки сейчас находятся в тренде, потому что сейчас есть глобальный тренд на переработку старых материалов, и из этого материала изготавливают что-то новое. Так что, ребят, перед вами только можно снять шляпу. Полина, заключительный вопрос. Вот мимо вашего стенда проходят люди. Что они говорят вообще о вашей коллекции? Какая реакция первая у людей? Вот у меня была первая реакция, когда я тебя увидел. Вау, крутой лук! На самом деле, ко мне вчера подошла девочка из Испании и попросила Инстаграм нашей школы, и она сказала: очень приятная, прекрасная коллекция, чем вы вдохновлялись, тоже задавала этот вопрос, вообще, как вы до этого додумались. Ну, конечно же, я сказала, что дизайнеры способны на все и способны из какой-то обыденности сделать что-то яркое, новое и невероятное. Так что, ребят, напоминаю, завтра у ребят будет показ мод. Начало в 11:30. Приходите, я думаю, точно не пожалеете.